Аграрии Башкортостана с начала этого года экспортировали за рубеж масло-жировую продукцию на 147 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Минсельхоз Республики. Основными странами-импортерами стали Иран, Турция, Китай, Таджикистан и Белоруссия. Масло-жировая продукция занимает львиную долю в структуре экспорта АПК. На нее приходится 76%. Остальное – масло-семена, мед, мясная и молочная продукция, а также зерновые. Всего же в зарубежные страны из республики отправили сельхозпродукции на 193 миллиона долларов. Это на 9% больше, чем годом ранее. Большой урожай масличных культур в России по итогам 2020-2021 годов. Соответственно, внутренний рынок наполнился данной продукцией. Ну и, естественно, существует достаточно большой спрос на эту продукцию во внешнем рынке. Большими потребителями именно этой продукции всегда же были у нас страны Азии. То есть это и Восток, в том числе и Китай. То есть там масло достаточно большое количество потребления идет. Основными экспортерами масло-жировой продукции в Башкортостане являются Кумертауский элеватор и Чешминский маслоэкстракционный завод. Предприятия выпускают растительные масла, в том числе для реализации на внутреннем рынке.